Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода. Сегодня хотел рассказать вам о сайте, который я недавно запустил. Это сайт интернет-магазина под торговой маркой Любомир. А зачем я это сделал? Ну, собственно, и так понятно, онлайн-площадка, она никогда никому не помешает, интернет-продажи тоже. А я давно занимаюсь интернет-продажами, как вы знаете, это и иногда и YouTube, чаще всего это Instagram и Facebook страница. Вот. В моем Instagram-аккаунте постоянно мне пишут в директ, как купить это, как купить то, а где посмотреть такое плетение, а где посмотреть такой-то продукт. И со временем я понял, ну раньше я думал, что сайт мне особо не нужен, я и через Instagram Direct неплохо продаю, но сейчас я все-таки понял то, что людям удобно смотреть это все в интернете, смотреть цены, смотреть, сравнивать товары, и Инстаграма для этого не хватает. В Инстаграме, да, это красивая картинка, но это я могу сделать под каждой картинкой описание, но когда человек пытается найти то, что ему интересно, вот, ему приходится всю эту ленту искать, находить товар, которого уже не существует, или там я им больше не занимаюсь, и получается, что и меня очень сильно отвлекают, и я не могу удовлетворить ваши запросы. Плюс, как вы знаете, я стал меньше уделять внимания паракорду и браслетам из паракорда, а вы, наоборот, особенно мои подписчики YouTube, всегда хотите паракорд. Больше паракорда, больше инструкций по плетению, больше изделий, больше всего, а где купить, а как и прочее, прочее. Соответственно, было принято решение делать сайт. Сайт я позиционирую как подарки для мужчин, то есть на этом сайте вы можете как себе, например, если вы мужчина, так и в подарок любому молодому человеку, папе, дяде, дедушке, приобрести какой-то подарок. Можно собрать комплект. Это мужская косметика, это средства по уходу за бородой, это средства для бритья. Сейчас на сайте раздел для бритья пока пустой, но он скоро будет наполняться хорошим качественным продуктом, хорошими брендами, чтобы, ну, хороший крутой мужской косметикой. Вот, есть разделы, как я уже сказал, для бороды, есть разделы с моющими средствами, это хорошие качественные шампуни, это мыло, вот, есть уже такой более-менее хорошо сформированный раздел со средствами для укладки волос, многие сейчас пользуются, это сейчас в тренде, это модно, кому-то нравятся воски, кому-то помады, пасты, глины, все это есть на сайте, разные производители, есть и украинские, есть и популярные мировые бренды, вот, есть и Италия, есть и Америка, и будет еще больше, все зависит от того, что захотите вы. Вот. И, собственно, паракорд. Я изначально, когда даже запускал сайт, я не думал о паракорде. То есть я думал, запущу сайт с мужскими подарками, чтобы заходили часто дамы, заказывали подарки для своих мужчин, делали какие-то комплектации. Я делал консультации по телефону, либо там в чате. Специально на сайте прилеплено возможность связи со мной через разные мессенджеры, это очень удобно, можно со мной проконсультироваться, и я смогу подобрать определенный подарок под человека. Но вы моя основная аудитория, вы часто спрашиваете про паракорд, вы у меня в разных странах, и я многих консультирую, где купить, как купить, у кого, как лучше заплатить, какой доставкой привести службы доставки. И тут я что-то подумал, почему бы мне этим не заниматься дальше. Вот. И, соответственно, я открыл все-таки раздел изделий из паракорда. Там уже появились несколько браслетов из паракорда, которые на сегодняшний день я делаю, я принимаю на них заказы. И вот только я запустил, их сразу стали заказывать. И уже первые браслеты после долгого перерыва пошли к своим новым владельцам. И мне уже приходят хорошие положительные отзывы. Вот. Но помимо изделий, которые делаю я, как бы тут будут браслеты, тут будут браслеты с ювелирными бусинами, так сказать, пряжками, как это и было раньше, да, только немножко другая коллекция. Вот, тут же будут стандартные браслеты, это будут обычные кобры, дабл кобры, но они будут просто на металлических качественных шаклах, вот, регулируемых и нет. И будут быстро распитаемые браслеты разных цветов, собственно, на выбор, разных размеров, разных цветов. То есть стандартная линейка и линейка такая более, как бы, дорогая, ювелирная. Вот. И помимо этого на сайте уже запущена продажа паракорда. Это паракорд Guardian, о котором я не раз говорил в своих выпусках. Мы делали и
интервью с владельцем и создателем этого бренда, со Стасом. Вот. И бренд, ну, сам Paracord, он оправдал все мои надежды и ожидания. Это сейчас кайфовый, качественный, хороший Paracord, произведенный в Украине. Я знаю, что многие из вас спрашивали меня, где купить Guardian в другие страны. Вот, я давал сайт Guardian, кто-то из вас заказывал на сайте производителя, кто-то, возможно, не доверяет, а больше доверяет мне. Короче, для того, чтобы раскрыть все эти вопросы и сделать удобнее вам, я разместил на своем сайте порядка 15-17, ну, будет всегда порядка 15, возможно, даже 20 базовых цветов Guardian Paracord. Вот, начинается, ну, метраж будет начинаться от 10 метров, то есть минимум, который вы можете приобрести одного цвета, это 10 метров моток. Моток в фирменной упаковке, то есть красиво перевязан, с маркировкой, все это на нем будет. Если вы хотите больше, то уже по метражу будет там 10 метров, 50 метров, 100 метров и 300 метров большая бухта. Вот. Соответственно, все это уже можно сейчас заказывать у меня, как в Украине, так и в другие страны. Единственное, что цена на сайте стоит в гривнах. Другие страны, пишите, связывайтесь со мной путем, опять же, мессенджеров. Мы будем пересчитывать по курсу на вашу валюту, плюс учитывать стоимость доставки и все это вам доставлять. Вот. Про это я рассказал. Короче, будет Paracord Guardian. Будет еще Survival линия Paracord Guardian Paracord. Это Paracord, в который уже вставлена веревка, чтобы разжигать костры, да, там джут. И есть еще линейка, где стоит леска. Вот. Ну, это все будет расписано. Вот. Помимо изделий Paracord и Paracord, на сайте еще планируется запустить EDC раздел. Он уже есть, там есть леденцы Altoids, есть органайзер кожаный, ну, это который вы видели у меня в Инстаграме, плюс туда будут добавляться карабины, возможно, туда будут добавляться какие-то удобные мультитулы. Вот, собственно, я планирую сайт развивать в этом направлении, чтобы это было удобно, как косметика, чтобы была по уходу за собой, да, за бородой, за собой, за волосами, какие-то классные мужские хорошие бренды, чтобы это были качественные интересные аксессуары. Тут же на сайте представлены сумки Hard Ride, рюкзаки этого бренда. Это бренд, который я очень люблю, по которому у меня есть куча обзоров на канале. И, соответственно, все это вы можете, опять же, у меня прочитать, посмотреть картинки, связаться со мной, приобрести. Все это теперь доступно для заказа на сайте. А плюс, как я уже сказал, возможно, будут появляться карабины, мультитулы. Из изделий, которые я говорил, это будут темляки, браслеты, возможно, ланьярды. Вот, сейчас я просто набью какой-то ассортимент, все это будет, сайт будет обновляться и расти, так сказать. Вот, и теперь у меня к вам огромнейшая просьба. Я хочу, чтобы вы зашли на этот сайт, ссылочка на сайт в описании ролика. Зашли, посмотрели его, он находится еще пока в тестовом режиме, как бы какие-то моменты, может быть, не очень гармонично выглядят, это все будет постепенно меняться и, ну, так сказать, обрастать более кайфовым таким мясом. Вот. И я бы хотел от вас фидбэк, хотел бы, чтобы вы в комментариях к этому ролику написали, что этому сайту, на ваш взгляд, не хватает, что там лишнее, и самое главное, чего бы вы хотели из товара, из какого-то ассортимента товара, чтобы было на этом сайте, чтобы это было можно купить. Возможно, это какие-то инструменты для плетения из паракорда, возможно, это какая-то фурнитура, может быть, что-то еще. То есть, очень хочется услышать от вас пожелания, потому что, ну, я готов развиваться, я готов делать больше, но мне интересно, что интересно вам и в какую сторону расти. Любой раздел можно открыть, и главное, чтобы вам это было интересно. Вот, на этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч. Очень жду вашего фидбэка. Вам всего самого хорошего и замечательного. Будьте здоровы. И для того, чтобы вам было интересно ходить по сайту, вот, и, возможно, что-то приобрести,
Под роликом я написал промокод, который при оформлении заказа в корзине, если вы введете, то вы получите скидку 10%. Согласитесь, скидочка 10% на некоторую категорию товаров, которые представлены на сайте, очень даже неплохо получается в итоге по цене. Вот, собственно, смотрите, пишите, комментируйте, ответьте, пожалуйста, на вопросы, что бы вы хотели, и пользуйтесь промокодом. Промокод действует в течение недели. Спасибо за внимание. Пока.